Бабушка, я же не усну, дай планшет! Нет, сегодня без интернета! Ну мне нужно мультики посмотреть, чтобы уснуть! А поди у Жоры на ковре уснешь! Как это вообще поможет уснуть? Уснул, говорил уже! Ура, рыбалка! А чё ловить будем? Ну как, чё, рыбу? Наверное, акулу или броненосец. А что такое броненосец? Чё, прокурор? Дай мне тоже. Вау! А чё за игрушки? Ну как, чё, удочки? Для гномов, что ли? Это зимние. А эту я зачем взял? Клюёт? Пока нет. А сейчас клюёт? Не, не клюёт. А уху как будем варить? Так мы не будем варить. О, так я ж голодный. Я и запасы не брал! Давай, придем, поешь! Все, я домой! Эх, не рыбак! Да что ты там тележишься? Я же опаздываю! Да все, я одеваюсь! Давай в темпе вальса, а! Ладно! Натанцевался? Бегом пошли! Встаем, встаем! Пельмени лепить надо! Прокушать! Какой кушать, сыпь-пуку? Вау! Володя, лук чисти! Да тищу! Что стоишь, мама, тесто замешивай! Пошел, понял! Папа, активнее фарс сбивай! Ты посмотри, полководца вырешили! Скорее лепи, есть котел! Ну, не стыдно! Не стыдно, я пробу снимаю! Можно на улицу пойду? Конечно нет, ты знаешь, сколько у нас дел? Мам, у меня нет дел! Надо придумать, чтобы ты такое делал! Так, домоешь? Белье не забудь погладить! Гладишь, что ли? Сколько посуды? Ну ты понял! Нет, не понял! Так, ковер, пыль протереть! А, ну и мусор! Зашибись, он же вообще в компьютер играл! Ура, покупаем квадрокоптер! Кого? Квадрокоптер ты обещала? Что-то я такого не помню. Когда купишь? Когда? Когда рак на горе свистнет. Ладно. Сейчас, короче, наверх заберемся и там свистнешь, да? Сейчас я только залезу. Очень устал. Ну все, я собрался, давай свисти. И вот так повторяй. О, спасибо, рак. Там, наверное, дома уже квадрокоптер меня ждет. Встаем на балконе, уборка! Ура, игровая комната! Да какая комната, елку убирай! Никакого праздника! Так, Володя, выноси это старье! Да я скоро сама уеду! Мама, ты-то тут при чем? Одирай лед со стекол! Хорошо, поняла! Папа, активнее! Вылезли, ворвано! Выноси конечки! Никакого гостеприимства! Не стыдно! Не стыдно, я дизайн визуализирую! Надоели эти уроки уже удобно! Учи уроки давай! Здрасте, не буду! Ну, значит, вырастешь, будешь коровам хвосты крутить! Это как? А вот так! Обещаю, уроки всегда делать буду! Мам, почему я на рынке одеваюсь? Так, пошли, я сказала, покачину! Берем курточки, брючки, подходим, коллекция новая, осень-зима. Малыш, заходи, выбирай, какую тебе, смотри, какая модная, серая, какая тебе. Так, почем брючки, девушка? Брючки 1000, по 300 отдам. Мерей. Брюки стрёмные какие-то. Надь, дай картонку, вставай ножками. Да как я мерить-то буду, все смотрят. Да кому ты нужен, давай, Мерь. Как классно, да, мам? Курточку на весну посмотрите, 3 стоит за 1,5 отдам. По 1,5 серенькую мерить? Да не хочу я это мерить. Молодежная какая. Да ты посмотри, как тебе куртка идет. Красивый какой. Очень красивый, прям красавец. Женщина, мы берем. Один на здоровье, мое солнце. Здравствуйте, рыбки эти!